Добрый день всем-всем-всем. У меня очередная дурная прихоть. Планировала я сегодня выйти в город, навела красоту на лице. Покажу сейчас какую. Надеялась я сегодня произвести фурор, быть неотразимой. Пока я собиралась, глянула на улице пекло страшное, включила я, короче, кондиционер и никуда не пошла. И решила я заняться делом. А делом каким? Всякой ерундой. Короче, вот это у меня был сарафанчик такой домашний, легкий, дырявенький, уютненький, легенький. Я его решила... Посмотрите, какие уже дыры были страшные. А все равно, когда никого не дома, я его носила. В нем очень было мягенько и уютненько. У всех, наверное, такой есть. Вот такой вот. Наверное, он есть у всех. Короче говоря, что я делаю? Я его начала резать. И задумала я связать себе толстыми спицами, вот такой ниточкой, мы ее потом подтянем, вот так она будет уже, слитки, типа тапочек, потому что вроде лето, и на улице жара, а в квартире кондиционер работает, пол холодный, я походила пару дней босиком, и на мне это, ой, как нехорошо сказалось в мои почтенные веселые года. И решила я из такой вот нежненькой, мягенькой тряпочки связать себе следочки. Потом покажу, что получилось. Пока у моих соседей тишина, потому что они что-то сегодня рассверлились не на шутку. Я поймала момент вот такой. Я на журнальный столик, как на гладильную доску, одела свой сарафан и режу его по окружности. В местах, где встречаются дырочки, я делаю шнур этот потолще, пошире. Потом все это подтягивается, вся эта веревочка скручивается, и получается трикотажная веревка, которая продается в магазинах. Там она, конечно, новая, но это не важно. Мне нужно связать слитки, тапочки мягкие для хождения дома по чистым полам. Под наследство я их передавать не планирую, поэтому если я их лето поношу, будет просто замечательно. Вот, я подтягиваю шнурок и сматываю. У меня получилось довольно много. Ну, а теперь едем дальше. Я сегодня вам покажу немножко свой день. Поглядим, что мои звери делают. Вот мой Рызик. Самое хорошее место, вот он, самое его любимое место, это... туалет с душем. У нас помещение огромное, и ему очень нравится, когда все чистенько. Вот тут вот отдыхать, да? Посронял уже газетки из шкафа, уже сумки, что-то вон все вывалилось. Это как так? Это кто сделал? Кто это сделал? Мама такую чистоту тут наводила. А? Прелесть. Как Ларисочка его зовет. Милой. Такой милой. Ну? Глазастый. Еще одна прелесть. Где он расположился, посмотрите, и все перевернул. Это все мама готовит к распродаже. Все, что тут есть, идет на распродажу. Сейчас будем порядок наводить, потому что я помогаю двум женщинам, которые кормят кошечек, и я устраиваю благотворительную распродажу, то есть ставлю красивую расписную вазочку, которую сама расписала, и кто что берет, сколько не жалко, кладет в эту вазочку. Да. Вот. Ну вот, а мелкому очень нравится тут. А что, мягко, тепло. Новое место у него. Вот тут и джинсы. Сейчас приберу, потом вам покажу, что тут у нас. Это одежда. Мне принесли еще несколько человек эту одежду. Потом я покажу это в Фейсбуке и приглашу уже народ. Я должна двум девушкам купить по мешку корма, возможно, даже трем. У меня в связи с пандемией тяжеловато. А так каждый, кто 5 шекелей, кто 10 шекелей, положит в вазочку, и, глядишь, у нас с миру по нитке и наберется, да, мелочь. Вот она, мелочь моя, Люби. Кто там? Ты хочешь маму поймать? Ты прямо хочешь маму. Посмотри, красивый ты? Нет, не красивый. Такой нелепый, такой смешной. Вот такое оно. Вот это тоже у меня все пойдет на распродажу. Все, вот тут платки, тут
Карандаши, помады, блески, книги мне не нужно. Кому-то, возможно, они понадобятся. Тут есть и про лечение, вот мёда траволечение есть, и книги другие. Это вот потом вот здесь вот у меня, сейчас покажу, блески, помады, блески. Вот, это все за 10 шекелей продается, то есть, грубо говоря, за 3 доллара. И, а вот сюда складываю денежку, вот в эту вот, вот в эту вазочку складываю денежку, там уже есть, я отсюда не беру, туда кидают, кто 10 шекелей, кто 15, кто как считает, кто как хочет, тот так и, что-то я и да, просто отдаю, это вот мои зверушечки, это тоже сувениры туда же пойдут. Туда же, вот эти сережечки маленькие, что-то сама делала, вот эти вот сама делала из Фима, вот черненькие висят, какие-то сама, какие-то из запчастей сделаны, это все тоже пойдет на распродажу, на гуманитарное вспоможение. Я вам рассказала немножко из того, чем я занимаюсь знойными, горячими, летними днями. Всем счастливо, всем привет, будьте все здоровы. Bye.